Что такое перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и как часто этот список обновляется, мы поговорим с нашим экспертом. Это Арина Устюгова, начальник отдела лекарственного обеспечения регионального министерства здравоохранения. Арина Михайловна, здравствуйте. Объясните, что же такое перечень жизненно необходимых лекарств? Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – это базовый ассортимент лекарственных препаратов, который ежегодно у нас утверждается на уровне правительства Российской Федерации. Цены на данные лекарственные препараты регулируются на уровне государства. Скажите, а сколько лекарств входит в этот перечень? Конечно, этот перечень носит у нас ограничительный характер. В него входит всего 646 международных или химических наименований, но это более 20 тысяч позиций лекарственных препаратов в различных дозировках. А все ли эти препараты есть в Челябинской области? В Челябинской области практически все препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов представлены на фармацевтическом рынке. Арина Михайловна, ну а как государство регулирует цены на препараты из перечня? Как уже говорилось, что цены на препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, регулируются на федеральном уровне. Происходит регистрация предельных отпускных цен заводов-производителей. На уровне региона устанавливаются предельные оптовые и розничные наценки на данные препараты. Скажите, а контролируете ли вы аптеки, чтобы они не превышали стоимость лекарств? Со стороны Министерства здравоохранения Челябинской области осуществляется региональный контроль за порядком применения цен на данные препараты. То есть определяются аптечные организации, сотрудники министерства приходят и проверяют, не завышены ли цены на препараты, то есть проверяется цена завода, не завышена ли она, и какие применяются наценки. То есть наценки не должны превышать максимально разрешенные наценки на территории Челябинской области. Хорошо, а где и как жителям можно узнать предельную цену на лекарства из перечня жизненно необходимых? Он может ознакомиться с ценами на сайте Минздрава Челябинской области в разделе «Лекарственные препараты», а также может обратиться в аптечную организацию любую, где ему должны предоставить информацию о максимально разрешенной цене на данный препарат. Еще вопрос, а могут ли жители получить лекарства из этого перечня бесплатно? Давайте разделим вопрос на несколько составляющих. Да, у нас есть льготные категории граждан, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение в амбулаторно-поликлинических условиях. Условно их разделяют на три группы. Это федеральные льготники, региональные льготники и граждане, которые страдают орфанными или редкими заболеваниями. Федеральные льготники, понятно, что они обеспечиваются за счет средств федерального бюджета в рамках утвержденного федерального льготного перечня. Региональные льготники за счет средств областного бюджета, также в рамках утвержденного областного перечня. И пациенты, страдающие орфанными заболеваниями, обеспечиваются лекарственными препаратами в соответствии с показаниями. За счет средств областного бюджета. Спасибо. Мы говорили с Ариной Устюговой, начальником отдела лекарственного обеспечения Минздрава. А полный список лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств вы можете посмотреть на нашем сайте 1obl.ru.